у програмі. Навчимося правильно обирати шафи купе. Поговоримо із косметологом про сезон пілінгів. Дізнаємося про сучасні вертикальні телевізори. Это идеальное жилище для хранения одежды и домашних вещей. Для того, чтобы получить максимальную пользу от него, нужно грамотно спланировать его наполнение. Стандарты фабричных шкафов – глубина 45 и 60 см. В 45 будет выездной микролифт, в 60 – штанга под плечики. Ширина от 1 метра до 5 идет, шаг 10 см. Максимальная стандартная высота до 2,40, можно и более, до 2,70, но за это производители берут дополнительную плату. Укомплектовать шкаф можно блоком ящиков, и это очень удобно. Важно обдумать, какое вам нужно расположение полок и сколько плательных отделов, и какой высоты. Важно, чтобы между плательным и обувным отделами была полка. Выбирайте в доме место, в которое можно поставить максимально большой шкаф-купе. Это позволит его укомплектовать отделами для бытовых приборов, типа пылесоса и гладильной доски. Шкаф-купе зачастую ровный, но также они есть угловые, двух видов. Равносторонний от 1,10 м до 1,50 м, и у него должно быть две раздвижных двери. Есть производители, которые предлагают размер меньше, чем 1,10 м, и тогда там распашные двери в профиле, и их не рекомендуем из-за некачественных механизмов крепления. И Г-образный – это когда два шкафа стягиваются между собой. Есть несколько вариантов фасадов. Стандартный глухой, ДСП или зеркало. Самый популярный – фасад с пескоструем, двух видов. Фон зеркала и на нем рисунок пескоструем. И наоборот, фон запесочен, а рисунок зеркалом. Для этого у производителей сотни рисунков на любой вкус. Фасады с фотопечатью красиво и ярко, но такой декор уже остается все менее популярен. Зеркала есть стандарт серебром и очень красивые тонированные цвета бронза и графит. Самые актуальные сейчас шкафы-купе с комбинированными фасадами. Есть комбинированный ДСП с зеркалом, это недорого, но очень стильно и вписывается в любой интерьер. И комбинированные цветные стекла с зеркалами и без. Цветные стекла есть двух видов – крашеные и с пленкой Аэрокал, но в процессе эксплуатации и в цене разницы нет. Шкаф-купе – это раздвижные двери, которые мы открываем по 10 раз в день, поэтому очень важно, чтобы была качественная раздвижная система. Самому это можно определить в мебельном салоне, открыв несколько шкафов-купе. Чем более плавный и бесшумный ход, тем качественнее механизмы. Профиль – это не только комфортная эксплуатация шкафа, но и украшение. Есть несколько цветов профилей, если правильно подобрать, то обычный шкаф становится очень красивым. Проблемы, с которыми в быту сталкиваются, это рыхлый ДСП, который от постоянных вибраций расшатывается и рассыпается, а также выпадают или съезжают с рельсы фасады, это из-за некачественной фурнитуры. Разница в цене обычно от 5 до 10% всего. Поверьте, годы комфортного быта того стоят. Если вы хотите индивидуальный шкаф, это возможно. Главное определить для себя, чего хочется, и проконсультироваться у компетентного консультанта. Помните, мебель приобретается на 10-30 лет. Живем мы с ней каждый день, без выходных. Только на время отпуска расстаемся. Поэтому к ее выбору нужно отнестись ответственно и доверять исключительно профессионалам. Вот пример комбинированных фасадов ДСП. И как раз здесь он подчеркивается профилем цвета бронза. Смотрится это очень красиво. И идет такая вот раздвижная система. Это как раз плательный отдел и показан на глубину 60, где идет штанга под тремпеля. Отдел с полками. Также плательный отдел. Пример шкафа-купе с комбинированными фасадами, крашенными с тонированным зеркалом графит. Смотрится очень красиво и подчеркивает это все белый профиль. Это угловой шкаф, идет равносторонний, размером 1,35 м на 1,35 м. И можете посмотреть, у него идет наполнение как в гардеробной. Очень удобно, можно в угол поставить пылесос или гладильную доску, это очень
практично в быту. Ни для кого не секрет, что осенне-зимний период – это сезон для серьезных процедур. Об одной из таких мы сегодня и поговорим. Это пилинги. Пилинги бывают разные. Кислотные, бывают ретиноевые. Кислотные пилинги делятся по концентрации кислот, по их совместимости и по мощности самого пилинга. Пилинги могут выполняться не только в косметологических кабинетах, но и в домашних условиях. В кабинетах пилинги могут выполняться один раз в неделю, один раз в месяц и иметь определенный характер действия. Пилингами мы можем воздействовать на процессы омоложения, то бишь омолаживать кожу, давать ей яркий выраженный лифтинг, разлаживать мелкую сеть морщин. Пилингами мы можем работать с пигментацией, также с различными заболеваниями кожи. Можем убрать чувствительность кожи, покраснение, раздражение, также минимизировать проявление сосудистой сетки на поверхности кожи. Активно работают пилинги с такой проблемой, как акне, различной степени. Мы можем пилингами воздействовать на пигментацию постакне, на рубцы постакне, выравнивать рельеф и цвет кожи, уменьшать подсыпание на поверхности кожи. Пилинговые составы могут выдаваться домой. Это низкая концентрация кислот, которые применяет пациент в домашних условиях под контролем косметолога. Отдельную нишу занимают пилинги ретиноевые. Ретинолы не относятся к кислотам. Но я очень люблю этот состав, потому что им можно работать не только в косметологическом кабинете, но и выдавать специальные программы «Домашний уход». Активно они проявили себя в работе с омоложением, с возрастной кожей. Они выравнивают цвет кожи, они выравнивают рельеф кожи, подтягивают кожу, способствуют активной работе внутри кожи, потому что именно ретинолы работают глубоко в коже на всех слоях. Пациент дома наносит ретиноевые составы, это могут быть кремы, это могут быть гели с ретинолом по определенной схеме. И уже непосредственно показывая специалисту, мы определяем, в какой дозировке и с каким интервалом наносится данный состав. Какие же пилинги хороши по возрастным категориям? Да? Мне кажется, все девушки на себе пробовали хоть раз в жизни пилинговые составы. В современном мире девчонки и, в принципе, и мужчины не хотят шелушиться и не хотят быть оторваны от внешнего мира. Поэтому современные ученые разработали составы, которые не приводят к шелушению. Составы эти подбираются индивидуально для каждого пациента в зависимости от состояния кожи, от проблемы, с которой к нам обратился пациент. И уже мы подбираем тот компонент, который активно воздействует на ту или иную ситуацию. То есть пилингом можем улучшить увлажнение кожи, цвет кожи, выровнять рельеф кожи. Мы можем дать эксфолиацию, то есть шелушение на коже. Если пациент не хочет шелушиться, мы можем избежать этого шелушения и поработать в глубоких слоях кожи. Каждый состав индивидуален. О составах мы сегодня говорить не будем, об этом идут рассуждения, когда приходит пациент непосредственно в кабинет к косметологу. И тогда уже мы индивидуально подбираем и кислоту, и концентрацию кислоты, и домашний уход. Единственное, на чем хотелось бы заострить внимание, это то, что я рекомендую девочкам после 30 применять кислотные тоники. Вот, допустим, как вот этот. Вот такие тоники с содержанием низкой концентрации кислот помогают нам освежить нашу кожу, выровнять цвет кожи, простимулировать нашу кожу. Такие тоники применяются в зависимости от типа кожи либо один раз в неделю на ночь, либо 2-3 раза в неделю на ночь. Если девочки возрастные, плотная кожа, то мы можем и использовать их даже ежедневно на ночь, обязательно закрывая увлажняющим кремом. Сегодня мы поговорим о телевизорах, в принципе, какие они есть, для каких целей они нужны и какие, в принципе, нужно покупать и что будет лучше на этом рынке сегодня.
вертикальные телевизоры были созданы для того, чтобы, ну, для кого точнее, это были в основном бизнес-цели, это стримеры, блогеры, арт, скажем так, директора, то есть архитекторы и так далее. Он предназначен для того, чтобы было комфортно создать презентацию с телефона. То есть при подключении с телефона он просто переворачивается. То есть вы можете на телефоне перевернуть презентацию, и он автоматически повторит ваши жесты. Либо же, например, для стримеров. Стримеры – это люди, которые непосредственно там игры, да, там, проводят там обзоры и так далее, либо просто играют и показывают людям, как это делать. Им комфорт для того, чтобы это было выведено чат отдельно, и они могли за этим наблюдать. Опять же, для архитекторов, да, человек, который будет непосредственно, как бы, грубо говоря, ну, это дизайнер, который будет непосредственно рисовать чертежи, ему нужно так, чтобы этот монитор переворачивался в любом плане. Как бы, они есть не только в телевизорах, но есть и в обычных мониторах, то есть для компьютера, ну, тут разное разветвление. Ну и опять же, может быть, для кого-то чисто для дома побаловаться. Ну, то есть прикольно, когда у тебя телевизор там вверх ногами переворачивается. Ценовая политика у них завышенная, ну, то есть на порядок, если те же телевизоры в среднем там бюджетном сегменте это от 15, грубо говоря, там до 20, то там цена от 60 тысяч выше. Сейчас наступило такое время, когда все телевизоры оснащены практически смартом. То есть это удобно, потому что люди пытаются выйти в интернет, люди пытаются что-либо там найти, посмотреть, это комфорт, удобство. Потому что так как цифровое телевидение уходит уже на задний план, все переходит на платные сервисы в интернет, поэтому как бы это более комфортно, удобно, экономит ваше время, экономит время там людей, которые к вам приходят в гости. То есть вы зашли там в YouTube, тот же, что включили, посмотрели, вы там все довольны, к примеру. Опять же, это открывает больше мир, да, для нас там посмотреть что-либо иначе. Потому что тот же цифровое телевидение, у них качество картинки, скажем так, ну, отвратительно, если смотреть, да, то есть на 4К телевизорах это маленький такой квадратик, который стягивается на такую диагональ. Ну, это мало. Поэтому есть такие там сервисы, я не буду уточнять, правда, какие там, люди, думаю, о них и так знают, которые открывают возможность посмотреть там фильмы, сериалы, телевидение в том качестве, за которое они платят деньги. Самые бюджетные варианты идут на андроиде. То есть это до 10 тысяч можно взять телевизор на андроиде, опять же, да. Но у андроида есть небольшой минус и большой плюс. То есть андроид раскрывает возможность там, в принципе, какие-то там игры добавлять и так далее. Это все бесплатно там. И, ну, большой минус, что, скорее всего, проходит какое-то определенное время, они начинают тормозить. Просто, ну, как любой телефон на андроиде, это, в принципе, никто не скрывает. Это бесплатная система. Есть система, разработанная непосредственно под этот телевизор, которая, в принципе, ну, она не тормозится, ни проблем никаких нет, она оптимизирована, то есть, ну, там много платного контента. Ну, и еще люди, которые покупают, соответственно, там, телевизоры от 20 тысяч, они прекрасно понимают, что они будут платить за вот те сервисы, которыми они будут пользоваться.